Ой, это моя любовь, да. Невероятно популярны сейчас вот такие вот модели. Здесь у нас такой вот жакейский стиль. А это осень-весна, я так понимаю. Я поторопился на завтра, это зимний, да? Почему? Это осень-весна. Минуточку, так. Дорогие друзья, давайте заглянем внутрь. Посмотрите, у нас внутри находится мех. Мех у нас, евромех находится внутри. Это эко-мех. Он такой у нас деликатный, но при этом достаточно теплый. И осенью мы можем носить и осенью, и зимой, и весной. Ну, то есть, да, это такая универсальная обувь за 1190 рублей на три сезона. Допустим, если зима же не всегда лютая, да, но если, скажем так, вы постоянно где-то в общественном транспорте, это идеальный вариант. Да. Опять же, весна и осень, вы надеваете на ножки свои на протяжении, ну, практически 3 месяцев одни и те же ботиночки, ну, это классно, за 1190 да, рублей. Да, и, кстати, они абсолютно неубиваемы, потому что материалы, которые здесь у нас используются, это эко-материалы нового поколения потрясающего качества. Во-первых, мы видим... Эко-замша у нас. Эко-замша, посмотри, ну, замша это всегда выглядит очень дорого. Согласен. Очень богато, очень статусно, очень красиво. Посмотри, какая у нас очень интересная конструкция. Обрати внимание на мысочную часть, она у нас срезана, что делает нашу ножку невероятно элегантной. Но еще хочу тебе сказать, что вот эта вот отстрочка, которая у нас идет по мысочной части, это еще и защита наших ботиночек, потому что очень часто у нас трещинки какие-то, загибы появляются как раз вот в районе мысочной части. Да. Здесь же, посмотри, вот я абсолютно спокойно сгибаю наш ботиночек, мы видим, что нет абсолютно ни одной складочки. То есть этот шовчик делает наш ботиночек еще и пластичным. Шовчик вертикальный, делает нашу ножку оптически невероятно узкой. И даже если у вас, например, широкая ножка, в этих ботиночках ножка будет выглядеть невероятно аккуратной. Сплошные плюсы, ты о них рассказала, Оксана. Знаешь, я спешу огорчить немножко и тебя, и покупательниц. Ограниченное количество этих замечательных ботиночек, поэтому осталось всего 28 пар. Успейте, пожалуйста, попасть в число этих 28 счастливых обладательниц этой обуви, либо покупательниц. 1190 рублей. У нас сегодня вся обувь на протяжении этого часа по такой цене. Номер лота, обращаю ваше внимание на него, 74-962 и размеры. Обратите, пожалуйста, внимание, от 36 до 41. Единственное, 39, все, его уже нет. Поэтому выбирайте, пожалуйста, для себя подходящий размер, и в самое ближайшее время вы получите эту обувь, эти ботинки, непременно уже этой же зимой, этой же весной, как мы и сказали, это уникальные универсальные ботиночки. Да, я напоминаю, что ботиночки у нас 3 сезона, это осень, зима и весна. Внутри у нас эко-мех, а сами ботинки у нас изготовлены из эко-ноубука, но посмотрите, конечно же, на эту роскошь, какой у нас роскошный материал, ну и, конечно же, обратите внимание на пяточную зону. Пяточная зона у нас прострочена. Вообще, ты знаешь, отстрочку сейчас используют не только в обуви, в одежде, в сумках, да. Это действительно очень стильно смотрится. Ну и посмотри, обрати внимание, что у нас есть 2 молнии. Да, я вот тут сейчас смотрю. Да, здесь есть, да, я только сейчас обратил. Обычно же либо снутри, либо снаружи бывает. У нас 2 молнии, да. С одной стороны у нас молния декоративная, стальная молния. Посмотри, как стильно это выглядит. Которая вытягивает нашу ножку, делает ее гораздо стройнее. Вот такая вот вертикально ориентированная молния. А сбоку у нас молния функциональная, собственно говоря, которой мы пользуемся. Посмотри, у нас очень удобные ботиночки по щиколочку. Ты знаешь, я обожаю вот как раз ботинки по щиколотку носить зимой, потому что это невероятно удобно. Зимой мы часто носим брючки. Брючки укороченные. Капри, например, мы надеваем, да, укороченные джинсики. Вообще рекомендую носить как раз укороченные брюки, потому что они просто-напросто брюки не пачкаются. Правильно. С юбкой будет смотреться потрясающе. Черный классический цвет. Всегда в тренде, всегда в моде, подходит абсолютно под любую одежду. А вот скажи, да, давай померим с тобой толщину каблука. Да, с удовольствием это сделаю, с удовольствием это сделаю. Прежде хочу сказать, что посмотрите, какой у нас правильный переход, пяточка-мысочек. Собственно говоря, у нас здесь не плоская подошва. То, что рекомендуют нам ортопеды. Правильный перекат ноги. Ну и, конечно же, здесь, естественно, имеется каблучок. Вот. Обратите внимание на каблучок. Каблучок у нас 2,5 сантиметра, но у нас нолик вот чуть-чуть завышен, есть поэтому такое. Каблучок у нас 2,5 сантиметра. Это, собственно говоря, тут размер каблучка, который рекомендуют нам ортопеды для того, чтобы позвоночник правильно располагался, а правильно расположенный позвоночник – это правильная работа всех наших внутренних органов, потому что позвоночник – это стержень всего нашего организма. Да, ну и учитывая, что остается буквально 18 пар, я только сказал 18, уже я вижу, что это 16-74-962, номер этого лота, 1190 рублей, успейте, пожалуйста, приобрести, звоните.